Казанский государственный архитектурно-строительный университет открыл первое и единственное в России экспериментальное архитектурное пространство BFFT Space. Среди студентов и преподавателей он известен как местный буфет. Обитатели буфета стремятся познакомить горожан с профессией архитектора и принять участие в повышении качества архитектурного образования в Татарстане. Задумываться над таким современным пространством в КГСУ стали несколько лет назад, но только недавно было принято решение перейти от идей к действию. Наша республика является такой инновационной и старается быть первой во многих областях, и здесь мы тоже старались быть первыми. А здесь мы постарались сделать такую площадку, которая бы еще взаимодействовала с городом и горожанами. Под новый архитектурный центр в КГСУ выделено 600 квадратных метров. Изюминка проекта заключается в том, что всего в одном месте соединены несколько площадок. Здесь можно посетить студию экспериментального и конкурсного проектирования, макетную мастерскую и мастерскую по работе с деревом, универсальное выставочное пространство, лекторий и книжный магазин. Планировалось, что главным украшением буфета станут труды и работы начинающих архитекторов. Так оно и вышло. В студии мастерской буфета можно увидеть самые разные макеты, некоторые из них представляют проекты по реконструкции городов и поселений практического характера, а другие можно отнести к проектам будущего. Магистрантка КГСУ Лейля Садыкова рассказала, что в студии буфета она на практике разрабатывает проекты, в которых пытается опробировать идеи разработки, заложенные в ее будущей магистерской диссертации. Важной частью деятельности студентов буфета является участие в разных международных конкурсах. Лейля сейчас готовит проект для конкурса в Бразилии. Мы делали образный коллаж, разбирали вообще колорит города и изучали существующие проблемы. А для этого у нас был маленький опорный макет, то есть вот этот. В общем, то есть мы прокладывали какие-то связи уже с общей территорией и формировали общий объем. Далее мы его увеличивали и разбирали уже на более какие-то детальные микрорайоны внутри этого района. То есть мы прописывали сценарий жизни. Такие проекты заслуженно можно назвать проектами будущего. Увидев подобное, сразу хочется ощутить себя прямо внутри. Как жаль, что такое удовольствие может быть дозволено не каждому. Чтобы создать подобный макет, студенты используют довольно простые материалы. Пенопласт, картон, зубочистки, нитки, пластилин. Самые лучшие образцы украшают стены и выставочное пространство буфета. Архитектурно-строительный буфет доступен для всех жителей и гостей города. Здесь каждый может убедиться, каким трудом было создано все прекрасное на земле. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.